видится все-таки этот проект в плане мероприятий вообще Министерства просвещения Российской Федерации, потому что проект нужен. Очень много проводится разовых акций, когда спонсоры приезжают, меценаты в коррекционные школы, задаривают детей подарками, но много лет назад я понял важную вещь. Детям это важнее внимание, им важнее общение, им важнее вот участие вот в этой жизни, почувствовать свою значимость, опять же, да, социальную идентичность. И преподаватели многие не знали, что у того или иного ребенка есть предпосылки вот там к музыке, к танцам, к рисованию. И это очень здорово, это основная, наверное, идея и задача проекта. 36 коррекционных школ – это только, скажем так, официальные данные, ведь много детей, которые, родители которых в деревнях не могут позволить возить их в эти школы, они просто, как говорится, сидят дома. Это две эти категории, большие артисты и особенные дети, очень удачно совместились вот в такой яркий, красивый и взаимовыгодный обмен.